отдельным словам, которые, например, говорил наш бывший министр образования Андрей Фурсенко о том, что мы воспитываем потребителей, можно уже догадаться о том, в каком направлении движутся все наши реформы. Сегодняшний министр Дмитрий Ливанов говорит о том, что мы строим не образование, а образовательный рынок. То есть мы продаем образовательные услуги. В общем-то, такая суть всех его высказываний и действий. Потому что сами критерии эффективности вузов, они отчетливо показывают, какая идеология проводится сегодня в нашем образовании. А смысл этой идеологии состоит в том, что мы воспитываем потребителей, и, соответственно, мы строим страну не как какую-то супердержаву, да, не как страну-созидатель, а мы строим нашу страну как придаток Запада, как будто мы должны стоять с протянутой рукой и ждать, что нам кинут. Я считаю, что если начинать реформы в образовании, то нужно начать с идеологии. Главные вопросы в идеологии – это кто мы есть и куда мы движемся. На вопрос, кто мы есть, отвечает история, наше прошлое. Дело в том, что сейчас Владимир Путин поручил создание единого учебника по истории. Так как существует множество разных мнений, множество разных трактовок событий прошлого, каждый историк трактует одни и те же факты по-разному. И нет единого фундамента о том, кто же мы такие. Но однако сейчас существуют факты, которые доказывают, что наше прошлое было именно таким, и никак иначе. Я сейчас говорю о нашей стране, Русской империи, Великая Тартария. Она была до 1775 года существовала. Об этом есть множество свидетельств, документов, карт и других фактов. Например, 15 января 2013 года Владимир Владимирович Путин посещал Русское географическое общество. И там, в новостях по видео это показали, ему показывали старинные книги и карты, где как раз изображена эта страна. Есть другие доказательства, например, славяно-арийский календарь, который, все мы знаем, что Петр I в 1700 году вел юлианский на территории Москвы, а до него был наш славянский русский. И сейчас по этому календарю идет 7522 лето. То есть одной реформой у нас вычеркнули более 6000 лет истории. И сейчас, вот, несмотря на то, что есть вот эти факты, да, до сих пор школьная программа воспитывает наших детей, подростков на ложном фундаменте. До сих пор им вбивают в головы то, чего не было на самом деле. Ложь. Далее. Вопрос, куда мы движемся? На этот вопрос отвечает сегодня наша наука. Дело в том, что в этой науке тоже не все так гладко. Ученые сами признаются, что 90% всей материи они не могут ни познать, ни как-то идентифицировать. То есть они не знают, что это такое. Это темная материя для них, они так об этом говорят. И только 10% они считают, что они об этом хоть что-то знают. Другой фундамент – это теория относительности Эйнштейна, которая лежит в фундаменте современной физики, которая также преподается в сегодняшних учебниках. Она уже опровергнута многими фактами. Еще в начале 20 века Дальтон Миллер проводил свои эксперименты и убедительно доказал, что она несостоятельна. Но уже почти целый век детям это преподается во всех учебниках, как истина. Но ведь это же ложь. Факты опровергают это. Так вот, если мы построим новую идеологию на фактах, если мы заявим, что главное для нас человек, если мы заявим, что главное – это развитие человека, мы тогда сможем возродить все наше общество и, соответственно, государство. И у нас уже есть такой фундамент. Русский ученый Николай Викторович Левашов в своих трудах как раз описал этот фундамент. Его труд «Неоднородная вселенная» также отвечает на все вот эти вопросы. Все научные белые пятна там объясняются с единой теорией, и они подтверждаются фактами. Так вот, я предлагаю обратить внимание на этот вопрос, на идеологию сегодняшних реформ образования. Мы должны начать именно с этого. Это фундамент, и это самое главное. Это идеология. Идеология развития человека, всего общества. Идеология развития творца, не потребителя, не цивилизации, которая только потребляет,
а которое создает и созидает. Вот это главное. Благодарю.